Привет! Сейчас я расскажу о всех маунтах, которых можно добыть в восточных королевствах. Всего таковых маунтов только 6, но если вы играете на пиратке, получить вы сможете только 4. В это видео войдут такие маунты, как Зулианский тигр, Ящера Шары, Аманийский боевой ведмедь и Стремительный белый крылобег. Приятного просмотра! Первые два маунта, такие как Ящер Джашары и Зулианский боевой тигр, фармятся они в одном месте, а конкретно в Зулгурубе. Для этого отправляемся в Бамбала, Тернистая долина, Восточное королевство. Отойдя неподалеку от распорядителя полетов, будет вход в Зулгуруб, и сразу у входа будет портал в подземелье. Выставляем сложность подземелья в героический режим, ибо по-другому вы маунтов не получите. Далее заходим в рейд, и нам необходимо отправиться убивать первого босса, который находится вот здесь. Прибыв к нему, нам необходимо его убить, впоследствии чего с шансом чуть более 1% нам выпадет маунт, но в итоге он мне не выпал. Для следующего маунта отправляемся к Верховной Жрице Килнара. Войдя в это небольшое здание, отправляемся на самый нижний уровень. Там нас будет ждать необходимый босс, с которого впоследствии падает вот такой вот маунт. Далее нам попросту необходимо его убить и попытать удачу в выпадении маунта. Далее отправляемся в Призрачные земли. Там неподалеку от распорядителя полетов будет рейд, для входа в который необходимо выставить героическую сложность. После того, как мы зайдем внутрь, нам необходимо взаимодействовать с этим гонгом, после чего откроются двери в рейд. Поскольку это пиратка, нам не обязательно убивать всех предыдущих боссов и отправляемся к самому нужному. После его убийства нам будет необходимо взаимодействовать с тюремщицей, которая находится в этом же месте. Поговорив с ней, она понемногу начнет разбивать разные банки, и в последней, в которой будет находиться мешок, и в котором будет находиться наш 100% маунт. Вот как он выглядит. Ну и последний маунт, которого можно получить на пиратке, это Стремительный белый крылобег. Для его фарма отправляемся в подготовительный плацдарм Расколотого Солнца. Прибыв туда, нам необходимо отправиться в Террасу Магистров. Сложность рейда на выпадение маунта не влияет, а вход в него находится в небольшой возвышенности, неподалеку от распорядителя полетов. Зайдя внутрь этого подземелья, нам необходимо отправиться к последнему боссу. Далее мы его убиваем и с шансом 4% получаем маунта. На этом все маунты, которых можно было бы получить в Восточных Королевствах, заканчиваются. Спасибо за просмотр. Удачи!